Местная певица и активистка Мила Сила организовала в социальных сетях группу ЗДИ для сбора гуманитарной помощи участникам специальной военной операции. Волонтерской деятельностью она занимается уже 2 года. Наши бойцы ее знают и уважают. В этом году, в мае, она отправилась в зону боевых действий. Милу пригласили участники СВО спеть для раненых бойцов в медицинском батальоне на Донбассе. Вместе с ней на концерте выступали местные исполнители. Это очень нужно, потому что после того, как мы выступили, они нас поблагодарили, и у них поднимается дух патриотизма, и они как будто, знаете, забывают. Как бы ни было, да, но хочется вернуться в то, что как бы ни было, надо веселиться и поднимать дух бойцов. Кроме того, волонтерское движение «Орда» передало участникам СВО гуманитарную помощь. После концерта наши солдаты вручили музыкантам памятные дипломы за их волонтерскую деятельность. Мила не собирается останавливаться на этом. В планах продолжать свою творческую и полезную работу.